Всем большой привет! Обзор новинок и интересных товаров из магазина «Светофор», который находится по адресу город Ижевск, Лесозаводская, 29. Много новых товаров, и чтобы не пропустить новинки, оставайтесь со мной и досмотрите это видео до конца. А кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем приятного просмотра! Заранее хочу сказать всем большое спасибо за ваши отзывы, за теплые слова. Мне очень приятно. Гипоаллергенное детское мыло «Солнце и Луна» с фитоотваром без парабенов и красителей подходит для детей от 0+. Мыло прозрачное, достаточно густое и удобный дозатор. Мыло не содержит СЛС, объем 500 мл. Производит торговая марка Cotton Club, город Балашиха. Отличное жидкое мыло в доме всегда пригодится. Цена 50 рублей 50 копеек. Освежитель воздуха «Воздух после грозы» с ароматом свежей зелени и цветочной нотой. Объем 400 мл, 36 рублей 50 копеек. Антисептическая жидкость для рук, защита от микробов и вирусов. Идеален для использования в ситуациях, когда необходимо очищение рук, но нет возможности использовать воду. Вне дома, на прогулках, занятия спортом и на пикниках. Изготовлено в апреле этого года, срок годности 36 месяцев, производит город Москва. В состав входит в спирт, объем 1 литр. 186 рублей 50 копеек. Зубная паста Локолют Басик, крепкие зубы, здоровые десны, свежее дыхание. Объем 60 литров, изготавливает Германия, цена 60 рублей 90 копеек. Мужские сандали очень легкие, продаются в ассортименте от 41 до 46 размера. Удобные сандали крепятся на две липучки, можно регулировать объем ноги. К тому же они еще и симпатичные, качество хорошее, шито аккуратно. С пятки сползать не будут, состав ПЭТ, производит Россия. 279,90. Ведро на 5 литров изготавливает торговая марка Юнипласт. Ведро изготовлено из плотного пластика, но в нем нельзя хранить пищевые продукты. В магазине продается в бежевом и в коричневом цвете, производит Самарская область. 35 рублей 50 копеек. Сарафан женский продается в ассортименте от 46 до 58 размера. Шито из плотной трикотажной ткани, состав 100% хлопок. Спереди небольшой кармашек, снизу декоративная отделка. У сарафанов расцветок очень много на любой цвет и вкус. Изготавливает торговая марка Арсатек, Кировский район. Отличные сарафаны на лето с красивыми и яркими расцветками. 186,90. Маленькая корзина ротанг кружева, размеры 28 на 19, высота 13 см. Изготовлены из плотного пластика, по краям имеются две ручки. Классные корзины, мне они очень нравятся, в них можно хранить пищевые продукты, пластик не содержит бисфенол А. В продаже продается в молочном и в коричневом цвете. 118,90. А это уже большая корзина ротанг, размеры 39 на 29, высота 17 см. Качество у этих корзин отличное, плетение выполнено аккуратно. Нанесен пищевой знак, состав полипропилен. В этом магазине большая корзина представлена в коричневом цвете, но скорее всего есть и в молочном. Классные корзины, недорогая цена, производит Россия, Татарстан. Цена большой корзины 178 рублей 90 копеек. В этом магазине очень большой выбор пластиковых ящиков, и все они с разными размерами. Корзина с интересной крышкой-створками на 17 литров. Ящик объемный, вместительный, можно хранить пищевые продукты. Края ребристой формы изготавливает также Татарстан. Пластик не содержит самое вредное вещество бисфенол А, состав полипропилен. 127 рублей 50 копеек. Завезли отличную новинку, и посмотрите, какое красивое плетение. Это табурет вязаный, плетенный, достаточно высокий. Изготовлено из плотного пластика, состав полипропилен. На ножках есть дополнительные упоры, производит Татарстан. Стул мне этот очень понравился, красивая форма, но жаль, что не написано, сколько выдерживает килограмм. Еще они удобны тем, что, купив несколько таких стульев, они складываются друг на друга. Продается в коричневом и в бежевом цвете. Классные новинки на лето можно прикупить на дачу, в беседку или домой. Цена 179 рублей 50 копеек. Органайзер профи в виде чемоданчика для мелких вещей.
Открывается и закрывается на две плотные защелки, и внутри можно сделать отделение по своему размеру. В наборе есть перегородки, и как я насчитала, ими можно сделать 22 небольших отделения. Легко вставляются, размеры ячеек можно менять. Размеры этого органайзера 32 на 26 и высота 6 см. В состав полипропилен нельзя хранить пищевые продукты, производит город Щелково. Увидела огромный ящик со створками, не знаю, правда, на сколько литров. Он точно такой же формы, как и маленький ящик, отличается только цветом крышек. Но на этом ящике нету отметки о том, что можно хранить пищевые продукты. К тому же он очень высокий, плотный пластик, не гнется. Раскупают, наверное, хорошо, осталось 3 ящика. К сожалению, не могу сказать цену, ценник не увидела. Следующий универсальный ящик Unibox на 46 литров. Тоже плотный пластик, не гнется. На дне есть 4 пластиковых колесика, удобно передвигать по полу. Пластик не содержит бисфенол А, состав полипропилен, можно хранить пищевые продукты. Этот ящик продается в наборе с крышкой, при покупке будьте внимательны, но думаю, продавцы всегда подскажут. 303 рубля 90 копеек. Набор квадратных контейнеров 8 штук. Удобно в плане хранения, складываются друг на друга, отличаются цветом крышек. Объем самого большого контейнера на 2 литра 650 мл, самого малого на 230 мл. В состав пищевой полипропилен можно использовать в микроволновой печи и мыть посудомоечной машине. Эти контейнеры выдерживают температуру минус 40 плюс 90 градусов, производит город Смоленск. 153 рубля 90 копеек. В продаже появилась декоративная объемная стеновая панель. Оба края сделаны в виде кирпичика, можно стыковать друг с другом, а форма напоминает натуральный камень. Размер 98 на 50 см, толщина 3 мм. Вторая декоративная панель нежно-мятного цвета в виде мозаики. Размер 96 на 48 клеится на любой универсальный клей для ПВХ. Есть еще второй цвет, бежево-желтый. В упаковке 10 штук, производит Россия, город Санкт-Петербург. В продаже они продаются поштучно, цена за одну штуку 76 рублей 90 копеек. Крышка универсальная для закатывания стеклянных банок, в наборе 50 штук. Производит Россия, город Москва. Стандартные жестяные крышки, внутри есть резинка. 90 рублей 50 копеек. Второй вид завинчивающаяся крышка, в упаковке 20 штук. 53,90. В продаже снова появились отличные наборы с посудой для пикников. Удобный контейнер на 6 литров, который всегда можно взять с собой. В контейнер входит 17 предметов на 4 персоны. В наборе суповая тарелка на 700 мл 4 штуки, стакан на 250 мл 4 штуки, ложки и вилки тоже по 4 штуки. Красивый яркий цвет, вся посуда изготовлена из плотного пластика, состав пищевой полипропилен. Все это хозяйство закрывается на крышку на 2 защелки. 191,90. Второй набор посуды для пикника уже на троих. Контейнер стильный, красивый, закрывается и открывается на 4 защелки. В наборе такая же посуда, что и у первого контейнера, но все по 3 штуки. Объем самого контейнера на 3,9 литров. Производит Россия, город Красноярск, цена 148 рублей 50 копеек. Магазин «Светофор» полностью готов к летнему сезону, в продаже появился солнцезащитный зонт. Диаметр зонта 75 см, высота 180, можно регулировать. 232 рубля 50 копеек. Складной стол больше, наверное, подойдет для пикника, размер 46 на 68, высота 62 см. Края у стола закругленные, обработанные кромкой. Ножки сделаны из толстой стали, максимальная нагрузка 40 кг. Стол не тяжелый, легко складывается. Срок службы не менее 5 лет, производит Россия, город Барнаул. 572,90. Для набора в поход можно купить табурет складной туристический. Стул выдерживает максимальную нагрузку 90 кг, размер 33 на 29, высота 38 см. Ножки металлические, сидушка из плотной ткани, срок службы не менее 5 лет, производит город Барнаул. 198,90. Ну и как же на отдыхе без этого кресла? Кресло садовое шезлонг с 3 положениями. Классное кресло, мне оно очень нравится, качество изготовления отличное. Все аккуратно и качественно обработано, края гладкие, без шероховатости, плотная ткань,
Максимальная нагрузка на этот стул 100 кг. Надо мной недавно смеялись в комментариях, когда я сказала, что этот стул можно взять с собой в поход. Другие меня поддержали, написав, что теперь в походы пешком не ходят. И говоря, что можно его взять с собой в поход, я имела в виду поехать на машине. 998 рублей 90 копеек. Производит город Киров. В продаже снова появился ковер небольшого размера и одного цвета. И вы сразу же уже видите, какая толщина ковра и длина ворса. Размер ковра 80 на 120 сантиметров. Ковер мягкий, приятный к рукам, а ворс плотный, густо набитый. Ковер очень теплый, края аккуратно обработаны. Состав 80 полиэстер, 20 хлопок, основа ворса 100% джут. Изготавливает Россия, город Славная Купавна. Продается в одном цвете, цена 798,90. Доска деревянная для скейта на 4 колесиках. А теперь антиреклама. Точно такие же скейты продаются в магазине FixPrice, и там цена 199 рублей. Здесь 258,90. Машина детская инерционная, колеса большие с амортизацией. Размер машинки 15 на 10, высота 9. Машинки продаются в 3 цветах, качество исполнения отличное, несмотря на то, что производство Китай. 157,90. Игровой набор для самых маленьких мозаиков, в наборе 48 деталей, детали диаметром 3 см, в наборе 16 карточек. Игровой набор находится в органайзере с удобной ручкой. И радует, что производит не Китай, а Россия, город Аксай. Этот игровой набор для детей старше 3 лет. 284,90. Мини-чупа-чупс в ассортименте в коробке с разными вкусами. В коробке 100 чупа-чупсов, вкусы апельсин, клубника, яблоко и кола. Цена 201,90. И на этом я хочу закончить свой обзор. Всем, кому это видео понравилось, было интересным и полезным, поддержите меня пальчиком вверх, подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. Также от вас жду комментарии и ваше мнение. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока, до новых встреч!